Караколе 25 избирательных участков. Для голосования созданы все условия, учитывая санитарно-эпидемиологические нормы. Активность избирателей нарастала в течение дня. По мнению горожан, каждый житель сделал свой выбор в пользу людей, знающих все насущные проблемы города. Самая большая проблема – внутренние дороги. Данные ранее обещания не выполнены. За последние 30 лет не было никаких изменений, но идут новые люди, новые лица. Это и будет началом нового. Все партии говорят, что мы постараемся исправить ситуацию с экологией, проблемами с чистой водой, дорогами в городе Каракол. Однако мы отдадим свой голос тем, кому верим. Мы надеемся, что эти слова и обещания не будут забыты и будут исполнены. Избирательный участок номер 3122 в селе Теплоключенко Аксуйского района также был готов к приему избирателей. Я дала свой голос за молодежь, надеясь, что у них получится решить проблемы с водой, дорогами. Кроме того, есть проблема с распределением земельных участков, которые предназначены для вспашки. Проблем много, и теперь надежда на них. Всего на 250 избирательных участках Высокульской области работают 720 сотрудников милиции и более 1500 членов народной дружины. По их сообщениям, никаких серьезных нарушений во время выборов не наблюдалось. Сегодня в милицию жалоб не поступало. Общественно-политическая ситуация спокойная, все под контролем. В Высокульской области выборы и референдум проходят на 250 участках. Всего зарегистрировано 311 518 избирателей. Даяна Джумабекова, Эдиль Мелисбек Улу, Нуркыс Абдрахманова, Алатау 24, Высокульская область.